Выезжает команда, прицел. Ну вот сейчас здесь стоит 4-3. Я представляю на этот непознан. Просто не будем говорить о рейтинге, это какие-то. Вот это на панораму. Если осторожно говорить, то же самое, что вы выставляете идеально по ногам, то я на самом деле только работаю, было идеально, что вот я здесь я выезжал, да, и я могу встретиться на расстоянии 30-30 метров, поэтому все это идеально четко. Поэтому все это легко делать один из орудия, то есть панорама, каждый выстрелит или наводит, обязательно. Я по прицелу выводу на панораму, как идеально было, на то же самое под водой, на самом деле. Тогда мы достигаем результата всех. Орудие! Выстрел! Орудие! Выстрел! Расскажи, чем вызван, каким нужен переход на более крупный калибр? Что у тебя за спиной, в чем разница, что приходит? Ну, разница в спине, в калибр, и место дальности. Зачем переход? Потому что все-таки наши упражнения и само собой, что за второго калибра не хватает, это нормально, что играет. Поэтому что можно. Не так справляются, хотя по точности 122 до 30 они лучше, чем 152, это если брать по точности стрельбы, а по разрушительной мощи, соответственно, 152 они мощнее.